Picture Zero. Наше солнце умирает. Union Corp контролирует все оставшиеся безопасные зоны. Последнее убежище от гнева нашей умирающей звезды. Земля. 2248 год. Те, кто достаточно сильны, чтобы сражаться, вынуждены бороться за свое место в неизвестных галактических солнечных системах в поисках звездной пыли. Гражданка, вы владеете государственной собственностью. Требую идентификации. Гражданка, вы владеете государственной собственностью. Стой! Не сопротивляйся. Не сопротивляйся. Или я использую смертельное оружие. Вам применен код 28889. Не сопротивляйся, или я применю смертельное оружие. Туристическая сфера, сканирую. Гражданка, вы владеете государственной собственностью. Деактивация смертоносного оружия. Код личности принят. Вернитесь на базу. Распознавание лица подтверждено. Union Corp приветствует вас. Union City теперь принимает вооруженных, несоюзных людей. Все это для нового завтра. Лучшее светлое будущее уже сегодня. Все начинается с союза. В этом городе вы можете присоединиться к тысячам счастливых солдат, которые сражаются за наше будущее. Помогите нам начать. Ты выглядишь напуганной. Опусти оружие, дорогая. Thank you.
Union Corp приглашает вас в путешествие, не похожее ни на что во Вселенной. Все непринятые будут иметь возможность записаться. Вы нужны миру. Присоединяйтесь к борьбе за спасение нашего мира. Омния Прима ждет тебя. Picture Zero Entertainment представляет. В ролях: Франциско Шислер, неизвестный живой организм, уровень опасности 75%. Александр Кейн, Джейсон Скин, инопланетная форма жизни, возможное место происхождения Кельт-9Б. Кху, высший хищник. Алекс Джуфреда, самоисцеляющаяся сущность. Восстановление зависит от температуры воздуха. Леонард Джексон. Активирован. Карл Бейли. Очень мощное оружие. Возможность нахождения оружия на борту 89%. Анжелик Грейнджер. Завершено. Земля 2245. Искатель рассвета. Искатель рассвета. Один из самых подлых, самых мерзких, тупых мудаков, которых мы когда-либо видели. Теперь Омния Прима преподносит много сюрпризов. Большинство из них предназначены для одной цели. Одной весьма понятной цели. Они убивают людей. Или все, что ест, дышит и даже срет не так, как они привыкли. Теперь я ясно выражаюсь относительно того, чему мы противостоим. Хорошо. У Искателя Рассвета одна цель. И только одна. Найти и извлечь драгоценный актив, известный как звездная пыль. Это единственное, что не дает куску дерьма, который мы называем землей, вернуться назад в темные века. Так что я не буду объяснять вам, насколько вам важно найти звездную пыль и вернуть наши задницы обратно на базу в Нимей. Понятно?
пока у нас есть это, у нас есть он. Поднимайтесь на 500-й. Отдохните, ребята. У него 5 глаз или что-то типа того? Как думаешь, Аба? Да. Нам еще далеко. Я до тебя доберусь. Да, он понимает. Иерархия. Лучше не забывать об этом. Потому что в противном случае, помни это лицо. Хватит. Прошу прощения. Хватит, Отто. И еще увидимся. Внимание! Реакторный сектор изолирован. Повторяю, изолируется сектор реактора. Изолирован. Повторяю, изолируется сектор реактора.
могу этого сделать, отец. Феникс. Феникс, ты важнее, чем думаешь. Посмотри на свою цель и сосредоточься. Ты правда думаешь, что я могу это сделать? Феникс, однажды ты будешь призвана изменить мир. И все, что я создал для человечества, будет принадлежать тебе. Сколько с тобой? Только я. Дарби не выжила. Дерьмо. А где остальные? Что случилось с нашим кораблем? Остальные? Я здесь уже больше недели. Встречаемся по этим координатам. Thank you.
Кто ты? Меня зовут Йорк. Йорк? Третий батальон пехота 9-го уровня. Моя планета мирно добывала здесь ископаемые в течение нескольких поколений. Я не понимаю. Ты ведь с планеты Бета-4? Бета-4. Ты имеешь в виду Землю? Нет. Планета Бета-4. Я не знаю, как вы называете свою планету, понятно? Говори, кто тебя прислал. Кто меня прислал? Что они тебе сказали? Что ты на каком-то великом задании? Типа спасения мира? Немейцы лишают эту планету ресурсов на десятилетия. Пора научиться делиться. А о чем ты? Он нам нужен. Он нам нужен. Дай мне хоть что-нибудь. Если хотим попасть на место встречи, он нам нужен. Он пытался убить меня больше недели. А ты говоришь, что он нам нужен? Она говорит, что если бы я хотел, чтобы ты умер, ты был бы уже мертв. У вас спасательная миссия. Меня здесь не будет. Ты о чем, черт побери? Нам не суждено было покинуть это место. Надо же. Я впечатлен. Пристегнись и поиграем. Как скажешь. Покажу вам кое-что. Это случилось, когда ваше судно появилось в небе. Что с ним случилось? Я надеялся, что ты мне скажешь. Откуда, черт возьми, нам знать? На нем был этот модный браслет. Я решил, что это что-то значит. Гейлан? Недалеко от места крушения. Я подумал, его моноблок, должно быть, пострадал в аварии. Нет, моноблок не мог этого вызвать. Это кто-то сделал с ним. Как ты можешь быть так уверена? Потому что это идеальное убийство. Кто бы это ни сделал, он хотел, чтобы мы нашли его таким. Ты поняла все это по мертвому телу? Нет. Но тот факт, что его браслет все еще цел, говорит, что они явно хотели одного. И чего же? Признание. Он говорит, я здесь. Что насчет миссии? Эй, нам же заплатят? Человек мертв. Вся наша миссия поставлена на карту, а ты беспокоишься о своих деньгах? Эй, он мертв, не так ли? Мне больше достанется. И Йорк. Йорк, скажи мне, на твоей планете есть бабло? Почему бы нам с тобой не угнать корабль звездной пыли и не удвоить цену? Заработаем? А? Ты меня слышишь? Или ты глухой? Я слышал тебя. Тогда в чем проблема? Давай получим деньги. Есть только одна проблема. С твоими и моими навыками мы сможем это сделать. Ты знаешь. Давай. Меня беспокоит не то, что я обнаружил на месте аварии, а то, чего я не нашел. Искатель рассвета. Мертв. Как ты можешь быть уверен? Потому что никто не смог бы выжить. И ничто.
Все, что нас здесь защищает, это солнечные поля. Что это? Они разработаны или созданы. Чем бы они ни были, они защищают нас от того, что снаружи. Поэтому они построили здесь город? Разные режимы любят сближаться, торговать. А как насчет твоего режима? За кого ты сражаешься? Думаю, мы скоро узнаем. Джакс, ты выдаешь нашу позицию. Кому, Эва? Посмотри правде в глаза, Джакс. Мы здесь одни. Ты это слышал? Да. Ты это слышал? Не двигайся! Это мы. Сколько с вами? Есть кто-нибудь? Только мы, а что? Вы кого-нибудь видели? Или что-то? Это невозможно. Джакс. Только мы. Джакс! Вы не отправили нам свое местоположение. Но почему? Эва, кто это сделал? Я не увидел. Какая тварь может так нападать? Надеюсь, она ищет что-то покрупнее. Дерьмо. Гранату! Эва! Что это сделало? Не хотел бы я встретить его в ближайшем будущем. Нам нужно добраться до космического ковчега. Это много кредитов. Космический ковчег не похож на кредиты на моем счету, так что пошли все нахрен. И ты в том числе. Пойдем за звездной пылью. У него есть транспондер. Без него никто не уедет домой. Эй, а ты куда? Я спросил, куда ты? Кто бы ни забрал Эва, он устроил нам ловушку.
Ты даже не собираешься его искать? А зачем? Я не смогу попасть в загробный мир. Она принцесса. Вы зря теряете время. Да, я знаю, кто ты. Сама немейская принцесса. Что? Думала, мы не узнаем дочь босса? Скажи мне, раз мы расходный материал, как скоро ты оставишь нас всех подыхать? Хочешь найти своего парня? Найди его сама. Иначе катись к черту. Ты первая. Теперь вот что мы сделаем. Мы будем искать след. Мы получим этот транспондер. И тогда найдем звездную пыль, потому что я путешествовал 50 лет не просто так. Ты, иди и возьми контейнер со звездной пылью. После тебя, принцесса. Не подходите. Эва, где твой транспондер? Назад. Помоги мне. Невероятно. Как ты можешь быть уверен? Один из членов вашей фракции? Нет, я никогда не видел такой энергии. Мне казалось, он играл с нами. Ты же сказал, на этой планете нет разумных форм жизни. Правда? Это место когда-то называлось Бета-4. Лучше для моей звездной пыли. И не более. Твоей? Звездную пыль можно найти только в одном месте. Именно там живут ваши искатели рассвета. Они рождаются в тоннелях. Забирают энергию из звездной пыли, чтобы вылупиться из личинки. Если они такие сильные, как мне говорили, у нас проблемы посерьезнее. Эй! Посмотрите, что я нашел. Мы должны выяснить, с чем столкнулись. Ты сказал, они перемещаются по двое. Парами. Управление материей, маскировка, энергия. По сути, это машина для убийств. Шлем был глушителем. Что ты думаешь? Возможно, он все еще пытается понять, на что способен. И поэтому не пытался нас убить? Нет. Вот почему он не пытался убить ее. Где вторая? Джакс. Джакс. Джакс.
Джакс! Джакс! Куда она ушла? Я тебя нашла. От меня. Не надо благодарить. А ты кто такая, черт возьми? У вас есть корабль? Что? Корабль. Почему ты остановила меня? У меня почти получилось. Охота на искателя рассвета, самоубийство. Не на этого. Это еще малыш. Как ты узнала? Потому что мы привезли его с Земли. Земля? Терминус еще не уничтожил ее? Терминус скончался много веков назад. Как давно ты здесь? Хорошо. Мы пойдем через Северный квадрант, подождем, пока он захочет пить, и тогда найдем способ. Thank you.
Джакс! Джакс! Она только что была здесь. Лейтенант Тейн из «Черных солнц». Феникс. Бета-4. Мы ищем беглянку. Хорошо обучена и опасна. Вряд ли мы ее видели. А вы, парни? Мы просто гуляем, осматриваем достопримечательности. А вы? Я их проводник. Эй! Мы ее не видели. У меня будут ответы. Ни одного частного наемника в этих краях не находили мертвым. Если вы не пытаетесь что-то скрыть, или ищите то, что нужно спрятать. Арестуйте их. Добыча ресурсов этой планеты противоречит законам галактики. Назовите координаты. Немедленно вызовите сюда транспорт. Вы делаете большую ошибку. Искатель рассвета пробил вашу стену. Он приспособился к магнитному импульсу. У нас было подобное оборудование. Единственное, что пробило наши стены, смотрит сейчас прямо на меня. И если не перестанешь на меня таращиться, я не буду таким милым. Хорошо. Я бы этого не делал. Я хочу, чтобы территорию прочесали. Здесь никто не разгуливает без моего ведома. Понятно? Сэр, да, сэр. Сэр, да, сэр. Оборонительная позиция. Направо. Освободите нас. Освободите нас. В оборонительную позицию. Направо. Я сказал, освободите нас. Назад! Осторожно!
Давай! Отступаем! Отступаем! Эми! Мне показалось все иначе. Потому что так и было. Он быстро учится. Нет. Это был другой. Лучше приспособленный. На Бета-4 есть еще один. Думаю, мы нашли его двойника. Что? Ты издеваешься? Там есть еще один. О, боже. Оно нас пугало. Потому что оно никому из нас не пыталось навредить. Пульсовая волна выбила солнечные поля. Что это значит? Что бы ни было по ту сторону космического ковчега, теперь оказалось здесь. Нам нужно попасть на другую сторону ковчега. Обратная сторона. Нам нужно оцепить периметр. Нам нужно перейти. Ты сказал, что там небезопасно. Раньше с этой стороны было опасно. Если я что-то и узнал, так это то, что нет ничего безопасного, когда солнечные поля отключены. Пора собираться. Я думаю, Отто заботится только о себе. И Тейн заботится только о своих людях. Так что остались только ты и я. Что скажешь? Давай просто попробуем пережить эту ночь. Знаешь, когда-то у меня была семья. Дочь. Ты напоминаешь мне ее. Умная. Упертая. Пока у нас не кончились кредиты. Я кое-что сделал. И обещал жене, что больше никогда это не повторю. В этом мире есть несколько истин. И они никогда не меняются, как бы ты ни хотел.
Нельзя доверять никому, кроме себя. Просто задай себе один вопрос. Как ты думаешь, что они сделают с нами до рассвета? Если мои люди скомпрометированы каким-либо образом, я убью вас сам. Я поймал ее на попытке диверсии. Зен Десай, последний из вечных. Мы искали тебя по всей галактике. Истории правдивы. Я известен тем, что умею приручать собак. Тебя разыскивают за разрушение планеты Дема, убийство Альфа-группы, известной как Вечная Бета-4, и множество других видов измены. Что ты пыталась сделать? Как ты сбежала? Я ничего не испортила. Только активировала. Ты не можешь бежать от черного солнца. Мы всегда получаем желаемое. Я не убегала. У них есть то, что мне нужно. Дэйн? Кажется, я заметил движение. Проверьте, сейчас же. Он вернулся? Не знаю. Давай. Давай, давай. Получай. Вот гребаная стерва. Как я уже сказал, давайте перейдем на другую сторону ковчега. Эй! Почему тебе всегда надирают задницу? Ты такой мудак? Серьезно, все, кто тебя встречает, хотят надрать тебе задницу. Пойдем!
Чтобы перейти, нам нужно знать, на какой частоте ковчег. При чем тут частота? Ну, мы на другой частоте, и наша материя может восприниматься как враждебная. Это как портал в микроволновку. Именно. Я думаю, есть и другие наемники в ловушке с другой стороны. Думаешь, они покинули свой корабль? В этом и смысл. А как насчет земного солнца? Звездная пыль? Они знают, что ты преступница и коварная змея? Я думаю, они поняли, да. Забавно, что люди не умеют задавать правильные вопросы. Я предлагала заткнуть тебе рот, но они отказались. Как дела у отца? Отцу было наплевать на спасение планеты. Даже если бы ты была жива. Тебе пришлось приехать и убедиться самой. Всегда пожалуйста. Вот это спасение. Не похоже, что тебе нужно было спасать. Они знают, что ты саботировала корабль, чтобы приземлиться здесь? Они даже не знают, что ты на самом деле делаешь по эту сторону ковчега. Как долго ты собираешься продолжать? Сколько потребуется? Я не собираюсь спасать Бету-4. Хотя я желаю твоей планете добра, моя работа — держать вас в страхе, пока мой работодатель ищет звездную пыль. Держать меня в страхе? Сукин ты сын. Ты мог, бляха, убить меня. Йорк — галактическая легенда. В одиночку снес ледяную тюрьму в Помпеях. Это не тот, кого легко переиграть. А теперь скажи мне, что насчет второго искателя рассвета? Это не оружие. Это живой вид. И из того, что я поняла, они не с этой планеты. О чем ты? Этот космический ковчег — колебания во времени, застрявшие между мирами. На их планете искатели рассвета ничем не отличаются от тебя или меня. Разнообразие вида. Вот почему я на этой стороне. Чтобы спасти Землю, надо спасти Солнце по ту сторону ковчега. Земля будет существовать в ином аспекте времени. Так ты собираешься хранить это в качестве трофеев или как? Каждый член Черных Солнц рожден и воспитан на поле боя. Там, откуда я родом после войны, нет мира. Уходите. Уходите. Сейчас же. Впереди космический ковчег. Я знал, что ты будешь здесь. Йорк, с тобой все в порядке? Нам нужен план. О чем ты? Космический ковчег там? Да, но есть одна проблема. У меня есть транспондер. У Феникс транспондер Эва. И я почти уверен, что... Да. Без сомнения, он и у тебя есть. И не буду говорить, что без транспондера нельзя пересечь магнитное поле космического ковчега. Так что... Эй, нет, что ты делаешь?
На мой взгляд, кто-то должен быть приманкой. Если уничтожишь транспондеры, никто из нас не сможет перейти через ковчег. Думаешь, я хочу испытать это? Нет. Видишь ли, я знаю, почему Искатель Рассвета не причинит тебе вреда. Потому что ты освободила его. Будь паинькой и передай его мне. Что ты делаешь? Нет. Ты следующая, дорогая. Теперь твоя очередь. Я сказал ты. Вперед! Мы должны поторопиться и получить звездную пыль, пока не сгорело солнце. Орден предсказал, что соотношение пространства и времени между тем, что осталось от Земли, и умирающим солнцем не должно вызвать беспокойство до 2240 года. Совершенно верно. Какой сейчас год? Июль 2245 года. У нас очень мало времени, чтобы найти звездную пыль и доставить ее до того, как мы снова загерметизируем себя на зиму.
Смотри. Что это? В смысле? Ковчег. Раньше это был портал на другую сторону. Волокно. Трансфузии. Это не просто шлюз. Это машина времени. Осторожно. Искатель рассвета. Эй! Мы должны перейти через ковчег. Давай, ковчег может закрыться. Тебе нужно достать звездную пыль.
Корабль. Феникс! Нам нужно подключить питание основной консоли. Звездная пыль. Я никогда раньше не видела подобного. Она чистая, не с этой планеты. Откуда ты знаешь? Потому что я ее привезла. Нам нужно убираться с этого корабля и лететь прямо на солнце. Последний шанс.